Смотрим, Соня. 500 рублей на карманные расходы и плюс 200 за второе место по проекту. Так, смотрим штрафы. Минус 200 рублей за мат. Не смотри на меня такими невинными глазами. Я все прекрасно помню, слышала. И минус 50 за телефон под столом во время завтрака. Игорек, 500 рублей на карманные расходы. Я тебе еще раз напоминаю, что заходить к Соне в комнату без разрешения, без стука нельзя. Она девочка. И брать чужие вещи тоже нельзя. Гоша! О, да ладно. У меня в этот раз 300 должно уйти. Как ты ловко все же посчитал. Ничего не забыл. Как ты Игорька в ванной обозвал? Как я тебя назвал? Мудачок. Не смешно это мат? Это уменьшительно ласкательное вообще. Ты меня не ласкательно назвал, а грубо. Ну реально же мудачок. Так, Гоша, я тебя штрафую за мат и за твое плохое поведение. И в эту неделю ты не получишь вообще карманных. Походу в следующем году за твой счет отдыхаем.